Режиссер первых двух частей «Потерианы» собирается экранизировать «Проклятое дитя», один из самых знаковых режиссеров Голливуда и автор двух первых частей «Гарри Поттера», Крис Коламбус, сообщил, что планирует экранизировать пьесу Джоан Роулинг «Проклятое дитя». Произведение является продолжением предыдущих семи книг о приключениях мальчика, который выжил. По словам режиссера, он планирует оставить каст неизменным и уже ведет переговоры с главной троицей проекта Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом. Отметим, что 16 ноября первый фильм саги празднует свое 20-летие. Именно Крис Коламбус является режиссером «Философского камня». Кандидатуру Коламбуса одобряла сама Джоан Роулинг, которой он несколько часов объяснял свое видение фильма. В итоге картина выдвигалась на 3 премии «Оскар» – «Лучшие костюмы», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая музыка», а также была удостоена множества почетных номинаций. Поклонники фильмов подчеркивают, что волшебная атмосфера первых двух частей является заслугой Криса и его неповторимого уютного стиля кинолент 90-х. Подобное настроение передано и в других знаковых работах мастера «Один дома», «Миссис Даутфайр», «Мачеха».